Символ республиканской эстафеты Ассамблеи народа Казахстана «20 добрых дел» сегодня покинул Туркестан. Ровно в 14:00 возле мавзолея Хаджи Ахмеда Яссауи Тайказан провожали сотни южан. Там развернулось настоящее театрализованное представление. По городу шествовали батыры под командованием Абылайхана, а рядом рука об руку шли русские, казахи, узбеки, немцы и татары. Вместе со всеми провожала символ добрых дел Катерина Попкова. Сегодня в Туркестане большой переполох. Именно отсюда заберут главный символ республиканской эстафеты – Ассамблея народа Казахстана «20 добрых дел». Сюда уже начали приезжать депутаты, местные старейшины, представители интеллигенции, руководители этнокультурных объединений. Все они хотят проводить в добрый путь Тайказан. Такого туркестанцы еще не видели. Из мавзолея Хаджи Ахмеда Иссави выходит сам Абылайхан со своим войском, а следом представители 108 этносов. Все они оберегают главный символ эстафеты – Тайказан. Тайказан – символ единства и согласия, символ мира и добра. Сегодня вот смотрите, какая прекрасная погода в Туркестане, как похоже на весенний день. И это как бы отражает настроение людей, это как бы отражает вот политику президента, которая отражается в душах каждого простого туркестанца, каждого гражданина нашей страны, многонациональной страны. Тайказан как символ выбрали не случайно, признаются организаторы эстафеты. Он исторически объединял людей. Теперь символ единства и благополучия отправится во все области Казахстана. 20 добрых дел будет делать каждый регион. Направления очень разные. Есть социальные направления. Они связаны непосредственно с поддержкой детских домов, с поддержкой домов престарелых, с открытием семейных детских домов. Есть чисто экономические, там, где, например, есть желающие построить, например, для региона школу, помочь, например, отремонтировать театр, построить мост через реку, который сегодня обвалился. Почетную миссию доставить Тайказан в столицу доверили депутатам мажилиса парламента. Эстафета стартует в Астане 6 февраля. А уже в апреле на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана Тайказан, символически наполненный добрыми делами, вручат президенту страны. Катерина Попкова, Ербулат Абишев, Южно-Казахстанская область.